Показывай, показывай руки! Украинские вооруженные силы захватили в плен военнослужащих оккупационной российской армии. Не сумев оказать сопротивление контратаке украинской армии, солдаты 93-й стрелковой дивизии отошли назад и попытались спрятаться в подвале одного из домов. Затем, как видно из кадров, русские были взяты в плен. Показывай, показывай руки! Давай, иди, иди, я тебя вижу, иди сюда! Я тебя держу, пи***! Сколько вас? Я его держу, держу, держу! Выходи, второй вижу! Второй вижу, иди сюда! Третьего вижу! Четверо! Спидеры, руки, блядь! Ложись на колени, выходи, выходи все! Четыре пи***а, пизда! Петухи ебаные! Шесть вижу! На центр, блядь! Пидоры, я вас семерых сегодня взял! На центр, блядь! На колени, суки, чтоб видел! На колени, пи***ц вы! Донецкие, бляди, есть! Что ты, пидор? Донецкие, пи***цы, есть! Где вы? Я вас, бляди! Сколько вас было, блядь?